Здравствуйте, друзья! Сегодня еще раз о булках из псиллиума. Сегодня буду выпекать два варианта булок. Итак, первый. Расчет ингредиентов на одну булочку. Увеличивайте пропорции в зависимости от того, сколько булочек вам нужно. 10 грамм псиллиума, что соответствует 1 чайной ложке с горкой. 1 грамм разрыхлителя, примерно на кончике чайной ложки. Перемешаем с псиллиумом, 1 яйцо, добавляем щепотку соли, перемешиваем. Можно взбить вилочкой. Я использую миксер на самой низкой скорости, чтобы при добавлении псиллиума избежать образования комочков. Можно добавить разные травки, кориандр, другие специи. Со временем я уже набила руку на этих булках и могу сказать, что, во-первых, будьте внимательны и покупайте именно муку из псиллиума. Во-вторых, соблюдайте режим выпекания. Ставим булки в разогретую духовку до 200 градусов. Выпекаем 25 минут. После этого духовку выключаем, но дверцу держим закрытой до полного остывания булок. Я, например, выпекаю вечером, а утром вынимаю из духовки. Отложу в сторону на 10-15 минут, чтобы псиллиум хорошенечко разбух. Включаю духовку на разогрев 200 градусов, а тем временем приготовлю булочку на белке. 10 грамм псиллиума, что соответствует 1 чайной ложечке с горкой, смешаю с 1 граммом разрыхлителя на кончике чайной ложечки. 70 грамм яичного белка, это белок 2 яиц, добавляю 1 щепотку соли. Взбиваю миксером на низкой скорости. Нам не нужны взбитые белки, нам нужно избежать образования комочков. Соскребаю со стенок псиллиум, тщательно перемешаю и оставлю на 15 минут. 15 минут прошло, вот такая у нас получилась масса. Теперь мокрыми руками формирую булочку. Люблю верх булочки обильно присыпать семенами. У меня специальная смесь семян для хлеба. Выкладываю на противень, покрытый пекарской бумагой, и хорошенечко приплющиваю, придавливаю. Опять же мокрыми руками формирую вторую булку, которая только на белке. Обмакиваю в смеси семян, выкладываю на пергамент, приплющиваю. При выпечке булки увеличится в размере в 3 раза примерно. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Во время выпечки духовку не открываю. Прошло 25 минут. Духовку выключаю, но не открываю. Булочки должны остыть в духовке. У меня утро следующего дня. Вынимаю булочки. Посмотрим их в разрезе. Вот одна булка на цельном яйце, другая на белке. Первая на белке, в ней 45-40 калорий примерно. Вторая на цельном яйце, в ней 90 калорий. Я не буду говорить о ценностях этих булок. Все найдете в интернете при желании. Скажу лишь, что в них нет углеводов. Это лишь белок и клетчатка. Друзья мои, буду рада, если была вам полезна. Не бойтесь экспериментировать. Готовьте для себя, для своих близких. До новых встреч. Пока-пока.